Приветствую, друзья, на своем канале. Сегодня мы поговорим о китайских часах. Вот такие вот были заказаны китайские часы давным-давно. Ссылочки, если найду, оставлю в описании. Что хочу сказать. Китайские часы на самом деле качественные часы. Хорошо выглядят, хорошо носятся, ну и претензий как таковых к ним нет. Вот это были часы Calvin Klein. На батареечке кварцевая. Был у них ремешок такой вот дермантиновый, но он уже сносился. Потому здесь его и нет. Ну, следующие это вот такие вот часы Karen. Здесь вот показывает дату. Ну вот видим, отвалился вот этот квадратик, отвалился отсюда, прилип сюда. Настройка также на кварцах. Такой вот браслетный ремешок, регулировочка, все. Немного есть потертости. Ну а так-то часы уже работают 2 года на родной батарейке. Также оставлю ссылочку на них в описании. Ну и вообще оставлю ссылочку на все часы с Китая, так как они там реально дешевле. Ну и качественные есть. Есть качественные часы, вот, которые служат уже года. Ну и также не забываем про возможность покупать со скидкой на AliExpress. Видео, как это сделать, также оставлю. Ссылочку на это видео оставлю в описании. Еще, ребята, вот хочу вам показать вот такие вот наклейки на стены. Вот как это выглядит. Многие видели на китайцах вот такие вот наклейки. Вот так вот. Это все выглядит. Такие вот красивые наклейки. Также ссылочку оставлю в описании. Еще вот такие наклеечки. Хорошая декорация на стены. Также все ссылочки оставлю в описании. Кому понравилось это видео, ставим лайки. Подписываемся на канал, если еще не подписаны. Ну и до следующих видео. Всем пока!